О боже, я не могу идти, потому что тяжелая сумка, а Сончик поворачивается. Всем доброе осеннее утро. Ну как утро, сейчас, наверное, час дня, но я только соизволила вылезти из кровати, потому что погода предполагает сидеть дома. Я, как всегда, не в лучшем виде. Ну классно, что на улице никого нет, и никто на меня сейчас не пялится. Я иду сама. Я выбралась купить воду и сосиски. Это наш стратегический запас на выходные, да и на всю неделю, потому что Серега без сосисок жить не может. Я не знаю, у вас так, парни или мужья, или нет, потому что у меня он ничего не хочет есть, кроме сосисок, ни мяса, ну как-то курицу в супе еще может, но без сосисок жить не может. Причем определенных, только одних, которые он любит. Ну, в общем, иду я сейчас за ними. У нас закончилась питьевая вода, и мне еще нужно кое-куда заскочить, кое-куда, я имею в виду магазин тканей. Нужно купить одну тесемочку для макияжа на Хэллоуин. Да. Прикиньте, походу закрылся мой магазин тканей, потому что я здесь постоянно скупалась, я теперь его не вижу, здесь вообще половина магазинов закрылась. Как-то очень странно. О, блин, я теперь не знаю, что мне делать, потому что по планам сегодня была съемка. Видео к Хэллоуину, но что-то мне подсказывает, что я не найду то, что мне нужно. В одном магазине нет того, что мне надо. Второй я вообще не найду магазин, походу он закрылся. Короче, он должен был где-то здесь быть. Вот эти три подряд магазина, раз, два, вот там где три мебли, они закрыты. То есть переехали магазины, либо вообще разорились. Здесь нет ни одного практически человека, кроме тех двух, которые там идут. И теперь у меня... Честно, это какой-то шок, потому что я такого не планировала. Короче, того, что мне нужно, я так и не нашла. Зато купила целую сумку еды. Блин, капец, столько тратишь на жратву, и реально не жалко, как бы. Может, это еда. О боже, я не могу идти, потому что тяжелая сумка, а Сончик выворачивается. И это уже, наверное, четвертый раз, сколько выворачивается мой зонтик. У меня постоянно фобия, что он мне сейчас вылетит из рук, или оторвется, или меня вместе с ним сейчас унесет. Дождь не прекращается, сейчас такой конкретный ливень. Сейчас я вам покажу. Вот он такой дождь. Видите, ливень такой конкретный. Еще купила котам еду нашим дворовым тут. Вчера мы сардельки выносили, потому что Серега не хочет их есть, они невкусные. Ну как, три сардельки им порезала, Серега отнес. А сейчас я им купила кошачьей еды. Думаю, в такую погоду никто не захочет им выносить еду. Поэтому вынесу я, раз я уже вышла. Фух, что увидела бедных собак, мокрых, просто насквозь мокрых. Жалко стало. Себе хочу кота или собаку, но пока не могу себе позволить, потому что в съемной квартире. Да и времени особо не будет за ним ухаживать. На голове уже что-то упало, вышла вроде бы как человек. Вернулась как обычно. Фух. Ну вот, пришла на место кормежки котов. Здесь вон наш котик лежит. А нет, это уже не наш, один наш. Походу его тоже утащили. Здесь их все кормят. Я вот открыла им корм, сейчас будем их звать. Фух, наконец я уже дома. Здесь сухо, у меня мокрые все штаны. Так, давайте разберемся, как купила. О, блин, бананы. Мне захотелось бананов. Так, водичка у нас закончилась. Натащила только одну бутылку. Так, это у нас штучки для туалета. О, нас, короче, дают на первые покупки вот такие вот игрушечки в супермаркете. Смотрите, сколько мы уже насобирали. Бывает, сколько их. Как видите, мы любим кушать и ходить в магазины. Это в два ряда. В общем, еще у нас две упаковки лаврового листика. Такие вот формочки удобные для запекания. Они из алюминия.
И классно, что не нужно мыть противень. То есть, если ты что-то запекаешь, картошку, допустим, очень удобно. Эту штучку выкинула и не паришься себе. Сосиска сыроедная любимая, детки. Так, я себе сливки взяла на работу, кофе. Вот эти вот самые нормальные. Покупала буренку, это просто тихий ужас. Воняет козьим молоком, причем старым. И взяла пару соленых огурцов. Серегина, мне будут сосиски, соленый огурец, картошка с сыром. У меня суп и салат с помидорами и луком. И у меня на второе еще варится мое яйцо. Вот. Я сейчас стараюсь есть более-менее нежаданное и полезное. В общем, у меня такой куриный супчик со стеклянной лапшой. Вот. И вот яйцо еще вареное. У меня сейчас такой маленький перерыв между съемками. Пью я чай травяной, ем нутеллу и плачу, потому что по телеку идет, блин, как на русском, «Вартові галактики», короче, на украинском называется, на русском оставлю внизу, просто я всегда плачу с этого момента. Вроде бы ничего особенного, но, блин, это дерево, это капец. Меня все время пробивает на слезы такие вот милые моменты, конечно, не любовные какие-то, а по моменту дружбы. Ну, блин, это так мило. Просто каждый раз смотрю и каждый раз плачу. Не знаю, как вы, это меня так трогает. Просто жесть. Бедный груд.